Всем привет. Алло. А восьмое пати, это что значит? Вам хлебом сегодня нужен? Есть уже хлебом. Есть. Челкин у меня ник. Нужен, не нужен. Да, я в диссе. Ретрик, ну холик хороший спек. Мало, 10 не даю. Не знаю, 6-8. Больше хули помадит. Патрик у меня не выдаст ДПС. Если что, то я могу не пойти, пусть отпугают. Без разницы, поспросил, нужно или нет. Значит, клиент обновится. Драйв с клиента обновится, я захожу. Войд, я могу, если что, на замену пойти, это танкодрон. Если там кому-то очень надо. Мне только на Саурфанга надо. Войд,
Void Defender. Алло, Void, тебя не слышно. Я тебя не слышно. Лу, ты слышишь, не? Алло. Ребята, у вас нет кабинета? Подожди. 3 мегабайта и захожу. Меня сейчас слышно? Да. Во, это тут это обычный шмот по роллу или по ЕПГП в обычном? Нет, ну он саундай. Ребят, вы 25 оп? Да. Женек. Где здесь? А я хилю. Шарп пистол, понял? Окей. Пчелки гружаются. Чё там, Войт, кстати, по пану осколки-то дособрали или нет еще? Ага. Нам бы хпало. Войд, давай меня на замену, это только друг. Дела нарисовались. Я там буду возле компа, но не за компом. Вот, а на замене можно на твинке пока сидеть? Куда в диз заходить? Какой канал? Локи шкаф. На репу можно пока остаться в восьмой группе?
Ладно, удачи, вроде другой канал. Ярости недостаточно. А если не призовут на замену, получим ЕП? Я крест, кулак, челкин. А у нас шаман в Долоране. Он берет химию, ему дали сумму. Одну секундочку, я сейчас приду. На. Ребят, извините, такой вопрос. Если я напал, возьму себе плащ в этом, в Долоране, вот это, с РПБ, с мастерством. Нужно... РПБ напал, пал. За очки доблести, которые 7 фунтов. Да, да. Пол... Паладин, который спрашивал за плащ, открой атлас лут. То ли сгнили, то ли стухли, а падает твой бесовый плащ. Сила, скорость, вся хуйня. 25. Сейчас. Да, да, да. Хосту? Ну, вопрос на хосту, у меня только на хосту есть. Тогда семетку, ты где? Ромбик стоит, ромбик. Псис, ты ушел нахуй. Давай еще раз, царь. Можно тебе нужна на хоста. У меня такое зелье без ТБТ, остальное все в ордене. Дикая у пана? Пан, что тебе нужно? Пан, тебе хоста нужна? Все, понял. Да. Войт, на АП не надо, на силу есть? Все припозы забрали в ромбике на хосту. Ты же мне дал на СПБ.
синий глаз. А, я в танке? Да. Кто-нибудь смотрел интервью с админом Сириуса сейчас, нет? Ну, короче, новая инфа, пока здесь жжем рыбу. Будут гильдхаусы. Новые триньки ппшные, новые БГ и новые реликвии введут. Ну, вот когда будет обнова и, возможно, третий спек. Понятно? Но насчет гильдхауса. Он будет, скорее всего, за голду, и нам будет много. Насколько много? Ну, 1300. Я так думаю. Там гильдхаус будет того стоить, потому что там будет браться баф, который дает 5% ко всем статам. И будут новые эти символы новые ведут. В гильдхаусе они будут. Символы. Этот баф появится не сразу же, глифы? Вроде бы. Там же надо будет прокачивать. Да, там что-то апается. Там стоял, короче, костер зеленый такой, его прожимал, и на тебе на 3 часа вешался баф. Вот. На 5%, по-моему, если не ошибаюсь. Там до этого нужно где-то, наверное, под 1 000 000 голды. Но стоили они на X10, конечно, дорого. Но там, вы понимаете, там сердолики 300 голды. Топовые шмотки, остальные можешь пан. Еще раз, МТ микстурка пан ОТ. Только подвижись и выйдет. С какой пухой? С этим самым, со свордом, с Саурфа? Ну так он Фрост у нас в рейде есть. Он его заберет. Да, вроде Чопс. Ну я просто спрашиваю, все молчат. Несколько раз спросил. Ну а смотри, просто рейд достаточно поднять, типа, блядь, чувак сюда ж не просто так ходит. Я фаню.
Вы спросите у него, да и все. Господи, может, он что-то насчет другое копит. Вперед не рвитесь, ловушка прямо перед лицом стоит. Вперед не идите. Снял, идите. Чешка и зов. Пиздоните там его кто-нибудь. То, что пан с волей и чешкой так и должна быть. Ай-яй-яй, сорян, я там ловушки снимал с пулю. Танк. Один танк, Войд. Пан ФК вон сзади стоит. Микстурка один танчит. Все, ловушек нет, вперед идите, агрите. Шутки шутками, а вот зануда. Турбой сейчас поставил. А сейчас турбой поставил. Я вчера ставил на Грул Магике и ВК. Ну ты ж у нас ведешь. Я видел, что ты себе начислял. Я хз, когда ты там начисляешь. Да, ты никому не накидывал.
Че, истерии рогом слива? Он невезучий. Тридцать два. Чё это аддона нету? Не вылез. Но мне на 30 спек, если только на танка. Ну, я в ретрики иду, я не знаю, как бы я изначально холик, ну, смотрите сами. Ну, да, я сейчас в ретрики иду, мейн холик, как бы, я не знаю, смотри сам, кому. А, пожилой, 229-й пропал один. Базара мало, я же говорю, сам решай. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. А колечко тогда можно, там, я не знаю, или что там, на мейн тогда как роль? Боешки уходят в ГБ. Их можно выкупить на цены. От АУКа. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем
я вроде за 14 брал на хулипала. То есть тебе минимум надо 7 тысяч хотя бы, рублей, если ты хочешь его купить. Десять тысяч науки. Для нашего господина. Не знаю, может получится. Если ты покупаешь, ты его одеваешь прямо в рейде, чтобы все видели. Не, ну я-то носить бы неплохо было бы 64-е так-то. Мимо. Я потому что с хилом, а я в шопе-шмоте хилю. Неплохо. Я здесь, я наверху находился. Я сейчас убью вон два раза. А я наверху. Наверное, дело вот в этом. Трингеты пана. Его прошибает просто. Прошибает, потому что воля и чешка. Купил бы ключ к себе.
Что-то вместе. Нернотик. Бля, можно минуту макрос? Я еду. Все, готов. Да там, блядь, макрос... Это, пуха поменялась на снятие. Трэш бьем. У меня все нормально. Я единственная танцевая, чё у меня. Никто ими играть не хочет. Прикинь, я танка сделаю и буду танчить постоянно, потому что танков нету. И выходит. Каску дайте по трубе. Не, не успею. Ну вышли. Отовсюду вышли. Пос. Все-таки кастануть надо. За секунду ему снесли пол лица. Надо АОЕ стопать, вот сейчас контроль 4 секунды. Ты не в сил, противиться моей воле. А он, между прочим, гей. Это подтвержденная информация? Он сам признался, камин-аут сделал сегодня. С форума в основном. Лут! Лут! На все воля господина! Ваша смерть неизбежна. Голова. Это не сможет меня остановить. Есть
Я думал, ты сменил, я сам не посмотрел. Скрин форум. Пан. Пан, ты сменишь сегодня тринкеты на танковские? Да. Нахуя. Говорят, танку нужны танковские тринкеты. Кто говорит? Все смотрели. Чулан, ты, Чулан, ты точно нормальную траву скинул в ГБ, потому что в этом буду плюшу. Слушай, я каждый есть раз. Есть переводы фильма про Гоблина, есть переводы фильма штаб твоей. Я не знаю, кто ее там сажает. Может, хипари какие-нибудь. Я хз. Я последний раз скидывал в начале недели. Потом я себе фармил. Что я медвей на почту отправляю, а не в ГБ кладу. Если буду класть в ГБ, там места вообще бы уже давно не было войд. А, да, 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 это да. Я уже плюсанул, но оставь меня хотя бы. Что тебе нужно? Встряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня... Блин, зря запустили, я не взял эту накидку. Я на корабле подохну. Еще нет, ты можешь взять. Я это уроки в самокате сижу, он уехал. Вы видите? Что это там вдалеке? Чё? Кто сказал уроки? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саутфлангом! Двигай свою калошу! Он сейчас скажет то, что зов чешку забрал. Как, ну как вы? Чешка завтра у меня. У Войда пока есть аргумент по пиже. У него есть шема, у тебя нет. Как ты смеешь ступать на мой
товар не герой. Ты не обидёшься сейчас? А чё, так можно было, что ли? Слейда, да, если обижаешься. А остальные все говно недостойны. Ты грязь, самый главный сказать. Царь, говнюк. Ты да, я самый главный. Просто есть арийская раса, есть обычный говно. Да-да, все равно неправильно. Знаешь почему? Да-да, ты найти можешь, а вот... ДДшников с головой и скиллом еще надо поискать. Ой, да ладно, под столом подсмотрел, под диваном, на кухне в холодильнике там с огурцом с огурцом рядом огрызанным лежат. Ты шо? Как собрать? Ой, да какая мораль просто у всех вот этих твоих историй. Бычьи голова, гимноман, дай. Для этого есть ТП, это стимул, чтоб не косячить. ПР все равно был бы, все косячат. Не лутайте. Лутайте. Ой, погоди. Все. Ар пришел, все. Да он мертвый на том корабле валялся. К ему добежать надо. Резнуться. А он портовался. А зачем
Красен, зачем тебе на НХРПБ? Красен, ты наберешь себе ГП и больше не стрелишь ничего в жизни. Во-первых, блять, похуй НХРПБ. Ему просто нужен сколько там? Короче, не медленные, а точнее не быстрые, а медленные пушки. Две медленные. Вот. Главный аргумент. Тридцать три. Кто следующий? Я? Вот Шейпер говорит, мне слот уступил. Мастер тебя морально изнасилует за это. Лучшей персонаж, мы с ним. Спектр. Местами поменялись. Лучшей персонаж. Выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Только что. А он в курсе? Он говорит это, я с Уматумой с местами. Это нас. Ну, Шейперу нет смысла делать шейму, в рейды не ходит. Мой мальчик, так-то. Я здесь, чтобы забрать его тело. Войда, чё, дашь за секунд 10? До начала. Ты еще пока решал, кого брать, кого нет, тоже время ушло. Линкните другое время, сколько? Линку, чувак. 10 секунд. Ясно. Да, мы не будем давать спулы или нет, или это что, нельзя? Геру. Геру, блядь, ебаную. Ясно. Царь турбо обогнал. Паша турбо сдох. Что он умер? Как и я умер. Может, танки надо? Не, ну на пул был просто с пула и ударил я первее, чем мату. Блять, он же воля чешка или что там, зов чешка. По ебалу получил. Если бы я играл за БДК, я бы уже лужу лил на 3 секундах и кидал бы кидал. Я понимаю, еще бы Энх въебал одетый. Там да, там сложно. Кровавый удар? Кровавый удар сам.
Так, мы отдаем плечи каким-то ноунеймам, которые продержались один день в Ки. Чё вы делаете? Кину просто таунт провокацию 4 секунды. Она не поможет. С парнем, если я ударю чередой без напула, я сорву с любого танка. Нет, провокация 4 секунды держится, если что. А, сколько? 60к с прокаста. Удержишь, думаешь? Ты не сорвешь. Уже срывал. С меня не сорвешь. Я не, нормально, я зима, доволен. Т4 это классно. Ой, Т5. Все. 20к. Ну я рад вообще. Я тоже, мне Сурфанг топор показал. Некрасивый. Он тебе в голову открыл и сказал, что так оно и будет. Поэтому некрасивый. Все, трудно. Не оправдывайся. Еще бы Геру вовремя давали, был бы вообще замечательно. Бес какой-то с этой Герой был, конечно. Порт. А жирное им не будет? Жирно. Тебя зов чашка не жирная? Видишь, умираю, блядь. Толку, если умираю. Пан, брат, ты АФК? Меня оглушают. Полекуй, когда убьют. Да. Ай, меня сейчас убьют. Если меня не заберут, тогда. Ну ты мне в небес. Весит 28 тысяч.
Что за третья шмотка была? Что-то я провтыкал. Пояс. Можно холи пала, а я в шупе. Вот и посиди со своими чешками ровно. Диспел. Пан молодец. Как раз мобы нужны. В общем, так, кто вообще бил? Еще души фармит здесь, банк лежащий. Все свой быстро заливаете, не успеваю их обдоты. Не агрите следующую, дать людей поднять. ЕП хуй не забудь начислить. А то, блядь, мне походу за прошлое ЗС забыли начислить. Калрей Рога. Чекни в этом самом. Не, я сижу. На всякий случай.
уже не та собака. Ладно, извиняюсь. Из собаки трэш воет. А чё из тебя выходит? О! Ну да, тебя послушай. Направо или налево? Направо. Лужу. Опять трэш пошел от Войда. Просто Уматума покидает гильдию. Колот войдет. Я пока не могу. Замен пока не нужна, я уходил. Базелин. Это же обычка, как и раньше. А смеемся всем рейдом. Дружно давайте. Смейтесь или банк, как говорится. Видишь же, кто-то смеется? Из-за смеха челон. Кто смеется, у того есть инстинкт самосохранения. Парни, нужно под босса подойти, я вас обманули. Чё там, говоришь, не сорвёшь? А чё не стул АФК? Босс вообще меня бил, ты нашел, когда че? Да нахуя один человек упал, добивайте. Либо рез и все. Никто, ты встанешь на босса, нет? На пульсе в микстурку. Ну, просто вообще нет бурста.
Он про пинг писал в белый чат что-то. Так он написал, что пинг упал наоборот. А потом, видимо, поднялся. Поставишь, не забудь. Лут, лут. Да не надо. Я так привыкал. Чекаешь, меняешь лут. Ты же Войд, идешь пописать, руки-то моешь, нет? Вот то же самое. Одно без другого не может быть. Какой ты милец. Взри! Где Шерпеспун? Я тут. Ты чё, умер, стал с тела? Нет, у меня вылетел интернет и меня выкинуло с... Ну ничего, 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 ничего. Близок, близок, вот этот денёк. Вот. Боешка лежит, кстати. Скоро он наступит. Я его передамаживал, но потом случилось один плохой момент, когда меня бил слизень. Я ушел в тучку и прожал уход. Вот. И потерял много ДПС. На турбоисе есть еще МК. Нет, им мастерство не нужно. Прошел Пчелкин, лутанул моба и дальше. Отбегу дверь открыть. А я сейчас бафну на всех. Где лук?
Можно фулл баф по ДК? Бычью голову бафни, у меня реги закончились. Рыба-рыба будет? Рыба-рыба. Он какую-то дверь пошел открывать. А хиллы под босса, я не помню. Нет. Смотри, как неинтересно. У меня предложение такое, пусть на первых двух стаках танчу я, а на третьих стаках пусть танчит. Ну я говорил про стаки, которые на боссе. 1, 2, 3. На трех стаках он бьет сильно, я не выдержу. Лучше ты говори, когда прожиматься. Фельдшер, ну ты молодец.
все сбросилось у него. Турбо, а ты говоришь, конкуренции нету, вот видишь? Я пришел на 15 секунду боя. Я по ролю на хила хорошие плечи, если никому не надо. Реально только за 10% отдавать, блядь, эти, блядь. Заебись. О, дух стая выключили. Ну чё, можно войти? А рыбку можно? У меня есть дух. Да, да, есть один раз кинуть, да, есть. Точно, он же хильнется, точно. Есть.
так часто умираю. Не, я постараюсь умереть, блин. Это как оскорбление, понимаешь? Если ССС кидают, это оскорбление. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Я его спас, я успел щиток кинуть. Бы сейчас будут.
Будем стопать. Есть. На вкус как вишенка. Ой, извините. Вот, вот. Боб, дайте он незамедленно. Не к столу. Верни к столу. Так. Просто потом стол будет пустой в зале. Погерича. Диван, да, по микстурке? Ух, хорош. Четвертый.